утешения, дух благословения и дух, самое главное, дух радости. Я еще раз повторяю, святые отцы говорят, самый большой грех, который есть, это не радоваться. А вот не радоваться, это означает, что там отсутствует дух. Вот если есть Духа Святаго человека, он всегда радуется, за всего благодарит, всех обнимает. То, что я сегодня делаю, братья и сестры, с праздником всех. И давайте все вместе помолим и поблагодарим Господу за такой прекрасный праздник. И чтобы Он нас всех сохранил и благословил. Всем горам на многое и благая лето.